Подарки и теплые слова. В рамках партийного проекта «Старшее поколение» и в честь Дня пожилого человека депутаты-единороссы поздравили серебряных волонтеров Одинцовского округа. Жизнерадостные, активные, молодые женщины. С ними общаешься, и прям вроде бы все хорошо. Мы во многом учимся у старшего поколения, их жизнелюбию, их взглядом на жизнь. А взгляды на жизнь самые разные. Но одни из главных для каждого – не бояться трудностей и принимать активное участие в жизни округа. Для старшего поколения столько прошло мероприятий. В Успенском было прекрасное мероприятие, на котором, кстати, 14 наших серебряных волонтеров было награждено грамотами благодарностью от главы нашего округа. После официальных поздравлений для старшего поколения организовали экскурсию в агропромышленный комплекс и чаепитие. Екатерина Крамер, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцово».